Берег в пойме реки Китой очистят от мусора. С инициативой субботника выступили активисты общественной организации «Экоангарск». Уборка состоится в это воскресенье 26 июля. Это место массового отдыха горожан, хоть и не санкционированное, делятся экологи. Очистка берега позволит избежать людям травм и наслаждаться природой живописного места. Мусор мы будем собирать раздельно, затем администрация города мусор этот будет вывозить. На субботнике у нас ожидается много волонтеров. Это и наши экологические активисты, и граждане, которые отозвались на призыв прийти на субботник. В программе у волонтеров музыка, конкурсы, фирменные призы и бесплатное мороженое. Сбор участников 26 июля в 17:00 вечера у памятника декабристам.